И на диско потом. Так что, Оксана? Сейчас мы подъедем. Прям подъедете, как это выглядит. Динозавры. Здорово. Да. Сейчас Машуня будет спускаться. Ну, ты думаешь, она вылетит? Прикольная горочка. Я бы сама на такой прокатилась. Сейчас, короче, слышишь, еще с места Маша Дима спускается. Давай, 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 застряла, девочка. Ой, господи. Интересно, им понравилось там. Катались на этих самолетиках, это было очень страшно и пискляво. Так, для галочки, больше тоже сюда не сяду. На диско это хочется. Она тоже буду пищать, да? Так что сейчас в комнату страха пойдем. Либо в комнату страха, либо на диско. Корт для детей. Тут достаточно интересная штука, но для смельчаков, конечно. По этой штуке спускаешься. Динозавры чужие. Видишь, тоже надо все. Да мы тебя не будем никуда больше пускать, где ты боишься. Идем к динозавру, пойдем. Так,
только что на это катались. Ой, тошнит теперь, кошмар. Для деток красные. Еда тоже для деток. Много чего появилось за то время, когда мы последний раз здесь были. Много чего появилось. Развлекательные элементы. Ой, 7D кинотеатр. Тут тоже разные штучки. Тут что-то развлекательное. Леша. Стрелялся. Фокусник, какой-то вон лавочка, не обгоняй меня. Чарочек какой-то. Так, или кто-то отвлекался? Супер, то дивіться, яка справа. Нас з вами тут так багато, а блискавка прилетіла. Лавочка якась вводила. Ні, звичайно, це не справило. Саме тому зараз ми отвлечемо ще більше блискавок. Вот какой-то кафеша. Кафе появилось. Здесь кафе. Где можно попробовать. Там детская. Это тоже страшно. Вот семейный парк развагалакси в Лавине. Красиво. Пирошеновские магазины вообще очаровательные. Да? Красиво, как в сказке вообще. Фирмовый магазин. Я могу купить машину. О, подушка. Спасибо. Отличное завершение. И бонус собирайтесь есть, да? Режьте, лучше режьте, так не берите. Наверное, большой рот. Бургер с картошкой и оранжатом. Всем приятного аппетита.